Если бы нас было большинство, то нам бы не было необходимости сюда выходить и требовать честных выборов. Это само по себе нонсенс. Выборы должны быть честными, без всяких требований, потому что есть закон. Если выборы нечестными, то не соблюдается закон. У нас украли не только выборы, у нас украли не только бюджет, у нас украли главное, чем мы могли защищаться. Это правосудие. Сегодня там, где было правосудие, сложилась корпорация следователей, милиционеров, полицейских и судей. Сегодня нас убивают в участках милиции и полиции. Сегодня следователи фабрикуют уголовные дела в отношении невиновных. Лжесвидетели в судах лгут. Протоколы судебные, следствия, доставления, все фальсификации. А теперь о честности выборов. Давайте спросим, а могут ли быть они сегодня честными? Когда у нас заявился кандидат номер один? 7 декабря. По закону федеральному номер 19, статья 36. Не ранее оглашение депутатских выборов. А это было 10 декабря. Плевать на закон. Мы с вами можем посчитать за 80 дней самый первый срок регистрации, а 4 марта отнимем. Это получается 14 декабря. Регистрируют 7-го. Кого-нибудь из вас с нами могли 7-го зарегистрировать? Нет. Только один человек есть в стране, которого можно зарегистрировать. У меня сегодня здесь концерт. Я только-только приехал, но решил к вам сегодня заехать. Я хочу поблагодарить каждого из вас, кто в этот выходной день не пожалел своего времени, сил и вышел на этот митинг отстоять свои и гражданские права каждого человека в этой стране. Эта страна принадлежит каждому из нас. Мы граждане этой страны, и нужно почаще напоминать людям, сидящим у власти, об этом. К сожалению, грядущие президентские выборы устроены таким образом, что мне лично голосовать не за кого. Но я знаю точно, за кого я голосовать не буду. И вы не голосуйте за того, за кого голосовать не надо. Мы в состоянии выбрать себе власть, мы народ, и мы единственный источник власти в этой стране. Любите друг друга и будьте счастливы. Всего вам самого доброго.